архітектурна музика Єлисаветграду. І справді музика. Щороку до Дня міста юні обдарування Кіровоградської дитячої художньої школи радують нас своєю творчістю. Цей рік особливий, ювілейний, а отже й вибір робіт був особливим. Насамперед, це показ архітектурних перлин історичного центру Єлисаветграду. Працюючи над темою, створюючи замальовки, натурні начерки старовинних будівель, діти через власну фантазію втілювали на папері художні образи архітектурних ансамблів минулого, наділяючи їх новим, сучасним, живим змістом. Живописи, графіка, скульптура і декоративно-ужиткове мистецтво. Атмосфера, що панує нині в залах та експозиціях художньо-меморіального музею Олександра Сьомкіна, і справді наповнена тонкими ритмами камерної музики, що, здається, випромінює із самих малюнків, із витончених ліній архітектурної мозаїки старовинних затишних і лісовоградських вулиць і вуличок, зображених талановитими руками юних художників. Ну, конечно, 250 лет – это дата, и к этой дате мы готовились очень давно. Вот сотрудничали с музеями, нам давали списки архитекторов, которые работали в то время, когда город обосновывался. И мы по этим спискам ходили на практику, делали рисунки, и результат – вот это наша выставка. Я так думаю, что на этой выставке представлены работы наилучшие. Ну, я бы не сказал, что работы наилучшие. У нас все дети работают на очень высоком уровне. И поэтому, как лотерея, кому повезло, вот просто с выставочной деятельностью связанные требования определенные. Немножко черненьких, немножко беленьких, немножко сереньких. Мы больше вот так подходили. А вообще, я не хочу никого обидеть, но дело в том, что для нас вопрос отбора – это страшнейший вопрос. Все дети талантливы. Это потому что вы их очень любите. Ну, мы, конечно, их любим. Ну, когда любят, то и здорово и ругают, и требуют. Потому что, чтобы любить, надо требовать и воспитывать. А воспитывать – это, ну, это колоссальные усилия какие-то. Согласитесь, что вот детская фантазия, это, она неисчерпаема, она непредсказуема даже. Со стороны она непредсказуема. А на самом деле она очень предсказуема, потому что она закладывается педагогами. И он как кирпичик выстраивает, он знает, что он выстраивает. То ли храм, то ли дворец какой-то. Вот, вот это и есть фантазия. Но она воспитуема. Главное у нас не научить рисовать, а воспитать, наполнить знаниями. И если человек знает, что он делает, он по-другому рисует. И вот секрет удачи этих вот работ, которые висят в данном случае на этой выставке, в том, что они изнутри как бы, понимаете? Когда мы смотрим, мы видим за этими стенами, за какими-то ну, деталями, мы видим прошлое нашего города. Я вспоминаю, как мы делали с вами передачу в прошлом году по выставке «Моему городу», она называлась, так, выставка. И надо бы ее, наверное, повторить. Там своеобразный, оригинальный взгляд на город. Вы имеете в виду ученику или... Я имею в виду вашу передачу. Ваше творчество. Ваше творчество. Ее не повторить, ее уже я просто... И вторая есть, и номер три есть, выставка «Мой город». Я вам скажу, что было так, что город был не очень привлекательный тем, что не отремонтированные фасады были там и так далее, а художнику некуда деваться. Вот он в этих пятнах обваленной штукатурки и так далее искал красоту, потому что все это, в конце концов, красиво, но вот на данный момент оно таково. И вот когда к 250-летию города начали приводить в порядок
улицы, фасады домов и так далее, это другой город. Это совершенно другой город. И я думаю, вот этому другому городу и будет посвящено много циклов не только моих, а и моих коллег. Любовь Григорьевна, вот глядя на эти чудесные, я бы сказала, детские рисунки, посвященные Дню города, поневоле возникает мысль, что детская фантазия, ну, просто неисчерпаема. Да, я с вами согласна. Но если посмотреть на выставки, то мы можем увидеть работы и выполненные детьми с натуры, и они сразу узнают это конкретное место, узнаваемое зарисовка карандашом или тушью и пером. И есть работы такого композиционного творческого плана, когда используются натурные зарисовки, и уже ребенок делает композицию творческую, вносит свое, где-то там тучки в виде медвежонка может сделать, или там какая-то стрекозка летает. Вот. Или композиция составлена из разных фрагментов и очень чудесно и красиво закомпонована по всем законам композиции. Вот. Или же это могут быть и коврики, которые дети выполняют из кусочков ткани, и творчески выполнены, и как бы натурные такие тоже узнаваемые места. Или работы по скульптуре тоже дети у нас выполняют творческие, композиционные, очень красивые. Зритель может это увидеть и убедиться в этом. Вот. Ну и, конечно, творческая фантазия действительно неисчерпаемая, да. Ну, во-первых, она непосредственна, а во-вторых, она непредсказуема. Иногда на этих рисунках можно такие интересные моменты выяснить. Вот как они видят город своими глазами. Да, мы, это, наверное, так не умеем видеть, как дети. Если мы сравним, конечно, выставку взрослых художников и детей, то мы ничего подобного на взрослой выставке не увидим. Вот. И как бы преподаватель какое-то направление ведет, и ребенка ведет по работе, вот, но дети преподносят такие неожиданные моменты, что, конечно, тут никогда преподаватель такого не придумает и подсказать не сможет. Это все детская творческая фантазия. Да. Приходят к вам в школу такие одаренные дети, или уже вы в процессе обучения их развиваете? Я вам хочу сказать, что так как вот и мнение такое бытует, что все дети талантливы, но потом я еще заметила, что неталантливые дети, они не пойдут в художественную школу. Это ребенок, который горит, хочет рисовать, он к нам приходит. Берем их всех. Вот. И вы знаете, бывает, что придет ребенок как будто слабенький, а потом творчески раскрывается, развивается, у нас для этого все условия есть. И работает настолько прекрасно, что даже не ожидаешь, что такое может быть. А еще, конечно, это для нас праздник в чем, что мы смогли реализоваться и выставить работы. Мы очень много лет работаем над темой города. Годами дети у нас выполняют работы. И мы могли бы, конечно, выставку сделать и в 3 раза, и в 4, и в 5 раз больше, да. Вот. Ну, я думаю, что эти выставки у нас еще будут продолжаться, вот, на каждый день города. Я вот и подумала, что это, наверное, представлены здесь самые лучшие работы. Самые лучшие, но таких лучших у нас еще очень много есть работ, да. Ну, просто залы как-то не позволяет, может быть, так загрузить экспозицию. Вот. То у нас этих работ очень много. Я говорю, что дети работают у нас на протяжении всей нашей школьной жизни, как говорится. Это самая такая тема любимая. Вот. И, собственно, куда мы можем? Мы выходим на улицу, и мы видим наш город. И наш город очень прекрасный. Какие у нас красивые здания.
Вот. И даже те же уголочки нашей речки, которые как бы уже так исчезают, но можно найти еще такие живописные красивые места и так это преподнести и показать, вот, что покажется оно таким местом. Вы воспитываете не только эстетов, но и патриотов своего города. Ну, выходит, что так, да. Ребенок видит красиво, и он этим гордится. Мы учим его замечать это красиво, ведь многие дети идут и не замечают. Вот посмотрите, ой, а я тут сколько ходил, я этого не замечал. Я этого не видел. Естественно, что преподаватели на что-то обращают внимание. А если он еще это нарисовал, ну, так ставьте себе. Да, так красиво, да? Да, так красиво, да. Такие прекрасные выставки. Є роботи ваших учнів? Так, є роботи моїх учнів. Якщо дивитися взагалі на цю виставку, то усі роботи можна розподілити на якісь три категорії. Це перша категорія – це роботи дітей художньої школи, які зараз знаходяться у фондах художньої школи. Друга категорія – це твори, які зроблені учнями дипломниками, що закінчили художню школу у 2003-2004 навчальному році. Це живописні твори, а також композиції на тему «Моє рідне місто». І дітей, що навчаються зараз у 4 класі, а у тому році вони були у 3 класі, проходили пленер, літню практику, літню практику на тему «Рідне місто моє». Це учні, які зараз вчаться у 4 класі. Я, як викладач, як вчитель, я пропустила, мабуть, 6 років пленеру. І тому саме у цьому році було цікаво походити з дітьми по місту, подивитися і знаходити цікаві куточки саме міста Кіровограда, якісь цікаві ракурси, архітектурні ансамблі, поодинокі архітектурні споруди. Старовинні споруди. Старовинні архітектурні споруди, так. Ті споруди, які мають історичну цінність для міста Кіровограда, це споруди, що у свій час будував Якоб Полченко, дядько Олександра Осьмеркіна, у будинку, в якому ми зараз знаходимося. Ви можете бачити саме роботи, саме пейзажі, в яких ці архітектурні ансамблі і знаходяться. А ось ці завдання, вони навчають дітей не тільки, скажімо, естетично якось приймати оточуючий світ, а й виховують в них почуття любові до міста, так? Так, ви знаєте, я оце раз прийшла на виставку, і я подивилася виставку зовсім не як не викладач, а просто, ну, такий пересічний громадянин, просто глядач. Подивилася так на виставку, і начебто усе це я вже бачила, усі ці пейзажі, усі ці ракурси, і кожен день ми ходимо біля того ж УТО, і кожен день ми ходимо біля того ж краєзнавчого музею.
Але, ви знаєте, це як, начебто, дивишся от на себе в дзеркало. Дивишся, наче в тебе зачіска і так, і ось так, а начебто ти однаковий. І так само і ці роботи. І начебто нічого такого. Але подивишся і вгадаєш. Це от той же краєзнавчий музей, це вулиця Леніна, по якій ти йдеш, це художня школа. І ну так приємно, тепло, і воно все рідне. А діти ж бачать світ по-іншому, ніж дорослі. Вони якось особливо, своєрідно якось приймають, так? Да? Все. Переносять на папір? Так, і переносять на папір. Тут усі роботи, які зібрані з пленеру, саме третього, зараз четвертого класу, усі вони зроблені олівцем. Це такий забутий вже, начебто забутий матеріал, тому що більшість робіт, вони зроблені у техніці акварель, да, туш, акварель, а олівець, начебто вже забутий матеріал. Але воно так по-справжньому і природно, і цікаво, і тепло, і ну, по-дитячому якось легко і безпосередньо. Ну, мне хочется вот во всеуслышание сейчас сказать о том, что ваша работа, ваш труд как директора детской художественной школы, труд ваших единомышленников, ваших коллег, ну, это труд баснословно громадный по созданию будущего, элитного будущего, по созданию людей эстетически воспитанных. Вот это спасибо вам за это огромное. Спасибо за то, что вы поблагодарили за труд, за понимание значения труда. Ну, по-моему, от уборщицы, которая работает в школе, и до преподавателя, у нас просто единый коллектив, который понимает свои задачи и живет как бы этой жизнью. И если человек живет жизнью там, где и задачами той работы, вот, то жизнь более интересна, и она не проходит впустую. Ну, а для нас это образ жизни. Ну, как для артистов, для художников, для музыкантов, это образ жизни. Ну, вот эти ваши воспитанники в будущем, наверное, становятся людьми именно творческими. Где бы они ни работали, какую бы должность, скажем, они ни занимали? Вот вы просто дали ответ на тот вопрос, который и задали. Ну, богатый духовный человек. Ну, это же и есть то, что от нас требуется, от вот того поколения, которое научилось чему-то. Вот, и оно отдает как бы свой долг, ну, народу. Народу, который нас выучил в свое время. И мы хотим, чтобы вот народ продолжал духовно развиваться. И те дети, которые у нас учатся, они пойдут дальше. И вот в них наша память. Леонид Иванович, я искренне рада, искренне, поверьте мне, что справедливость наконец восторжествовала. Я сейчас могу поздравить вас с такой заслуженной наградой и с таким отличием. Вот недавно вам присвоили звание
высокое звание заслуженного работника культуры Украины. Я вас поздравляю с этим. Спасибо. Я тоже рад, что получил такую награду. Ну, она несколько запоздала, конечно, потому что, понимаете, я как бы уже на дороге стоял других преподавателей, которых надо награждать подобными наградами и так далее. И у нас был весь коллектив, уже давно все заслуженные работники культуры. Ну вот с меня начали, продолжим дальше. Спасибо. Во всяком случае, ваши друзья будут очень рады. Я же вот обижался только потому, что я вроде стою как на дороге. Вообще-то, 20 лет назад давно надо было это сделать, и все вот у нас уже были отмечены действительно теми наградами, которые они заслужили. Потому что в коллективе работает 7 человек, членов Национального союза художников, которые выставляются, которые известны на Украине. И работы наших детей кочуют я не знаю где. Ну, я уже говорил, что в 102 странах были представлены работы наших детей. И очень много и очень часто под именем Украина прячется наша художественная Кировоградская школа. Понятно. Значит, а вот радость была большая? От чего? На рождение. От звания. Ну, любой человек, конечно, хочет, чтобы его отмечали, но отмечали вовремя. Я так считаю, что если есть вот какие-то нормативы, и человек их выполняет и его отмечает, значит, это и есть стимул определенный к работе. А вот так вот, если это массово, то какая страна будет? Ну, я вот так вот понимаю, может, я неправильно понимаю. Но это не главное в нашей работе, поверьте мне. Главное, это получать удовольствие не от наград, они бывают раз в жизни там, а получать удовольствие от работы. А я получаю удовольствие от работы. И неудовольствие, конечно, от работы. И меня грызет, мучает что-то, я ищу. Стараюсь где-то что-то найти, какую-то репродукцию там, или картину, или познакомить, повести в какой-то музей или на улицу детей. Вот ну, в этом радость, наверное, бытия и удовольствие от работы. Здається, можна було багато говорити і про колорит, і про композиційну майстерність юних художників, порух пензлів яких спрямовують викладачі Кіровоградської дитячої художньої школи під керівництвом Леоніда Івановича Бондаря. Але хочеться, зокрема, зупинитися на дивовижній фантазії дитини, яка прагне відкрити і пізнати оточуючий такий складний і інколи незрозумілий світ через призму власних почуттів і переживань. Справді, місто дитячими очима виглядає інколи зовсім не так, як бачимо його ми, дорослі. Часто воно весняне і сонячне. Погляньте, навіть хмарки усміхаються. Інколи таємниче сповнено добрими світлими істотами, не то янголів, не то прибульців. А інколи місто наше містичне і незбагненне. І в небі над ним, поряд з куполами церков і соборів, крила небаченого чорного птаха. Що ж, певно, це ті символи, якими юні обдарування прагнуть висловити своє світобачення. А взагалі виставка дитячої творчості, присвячена ювілею міста, завдяки втіленню мистецького проєкту художньо-меморіального музею Олександра Осьмьоркіна та Кіровоградської дитячої художньої школи, що носить ім'я Осьмьоркіна, вийшла яскравою і цікавою. Справді, архітектурна музика Єлисаветграду.